Dear beloved Bhagwan, is awakening possible only when all the charges are experienced by us? Ветрова Елена, Сочи. Дорогой любимый Бхагаван, пробуждение возможно только тогда, когда все заряды будут прожиты нами. At the center of your being is fear. Please translate. А в центре вашего существа находится страх. Though I use the word fear, it contains thousands of fears. Хотя я использую слово страх, а на самом деле там тысячи страхов. One fear may translate as cancer. Один страх связан с раком, заболеть раком. Now, if we dissolve that fear, cancer will be gone. Итак, если мы растворим этот страх, тогда рак уйдет. If we dissolve that fear in 1 minute, cancer will dissolve in 1 minute. И если мы растворим этот страх за одну минуту, тогда болезнь раковая пройдет через минуту. If we take 6 months to dissolve that fear, then it will take 6 months for the cancer to disappear. И а если понадобится для растворения страха полгода, тогда ваша болезнь пройдет только через полгода. The same thing applies to all ailments. И все это можно применить к любым заболеваниям. Not only that, for all problems. И не только к заболеваниям, но также ко всем проблемам это применимо. A particular fear translates itself as financial problems. Конкретный страх проявляет себя в жизни как финансовая проблема, например. Another fear as relationship problems. Другой страх как проблема в отношениях. And some fears prevent you from becoming awakened. А некоторые страхи держат вас от того, чтобы вы стали пробужденными. These fears are nothing but charges. И эти страхи — это не что иное, как заряды. We do not have to be free of all charges to be awakened. И для того, чтобы стать пробужденным, нам не нужно освобождаться от всех зарядов. We have to be only free of that fear which is preventing you from being awakened. Нам нужно освободиться только от того страха, который мешает вам пробудиться. Once that fear is dissolved, you become awakened. Когда этот страх растворяется, вы пробуждаетесь. In fact, whenever we help you with a financial problem or a health problem, we dissolve the corresponding fear through diksha and through various other methods. На самом деле, когда мы помогаем вам решить какую-то финансовую проблему или проблему со здоровьем, мы помогаем вам растворить те страхи, которые ответственны за эти проблемы. For example, the homas are one way of dissolving these fears. Например, хомы — это один такой способ растворения этих страхов. So you do not have to be free of all traumas to be awakened. Поэтому вам нет необходимости освобождаться от всех зарядов и травм для того, чтобы пробудиться. Thank you, Bhagwan.